Ой, Ксюх, как же я ненавижу пятницы. Поскорее бы понедельник. На работу, в офис, к 8 утра. Слушай, я тут что узнала? Ленка-то наша, оказывается, однолюб. Не то что мы с тобой. Нормальные шлюхи. Вот везет же некоторым. Жрут и толстеют. Я могу тонну чипсов сожрать, даже еще худею. Слышала? Ивановы, нищеброды, в Майами отдыхать улетели. Но мы с тобой можем себе позволить Подмосковье? Ну за что мне такая большая грудь? Познакомилась вчера с одним парнем. Красавец. Ну вылитый дукалис. Почему я со своими осталась? Представляешь, у меня тут день рождения был, а он помнит. Сука, каждый год поздравляет. Вот в одном тебе подруга завидую. Мне наращивать приходится, а у тебя свои шикарные. Всем привет, девчули! Сегодня мы с вами поговорим о красоте. Красота должна окружать каждую девушку абсолютно во всем. Абсолютно все, что... Валя, раскройся, я видео снимаю! Женщина всегда должна быть идеальной. Женщина должна быть главной в отношениях. Вот мне стоит только попросить своего парня о чем-то, и он сразу исполнит любую мою просьбу. Да, Зай? А? Скажи «да». Зачем? Да тебе что, сложно? Скажи «да». Иди нахуй, что я не буду говорить. Я родилась в очень обеспеченной семье и могу себе позволить не работать. Свет, ты видела? Тебе на хэдхантере приглашение в Макдональдс пришло. И помните, самое главное — быть естественной. Как же я за... Что? Мою лучшую подругу бросил парень? Этот недоносок посмел отречься от твоей светлой, нежной и всепоглощающей любви? Он еще не раз пожалеет о своем омерзительном поступке. В тот момент, когда гнусные слова о расставании слетели с его губ, он навеки проклял не только себя, но и весь мужской род. Запомни мое пророчество. Настанет тот день, когда этот слизняк приползет к тебе на коленях и будет молить о пощаде. Но ты его даже не вспомнишь, потому что уже давно будешь счастлива со смелым, благородным и порядочным человеком, который умеет ценить твою красоту и великолепие. Ну и хуй с ним. А? Она для работы. А вот у Таньки парень. Кстати, я поудаляла у тебя из друзей всяких шмаров. А вот мой бывший. Свет, мы за тебя уже на час опаздываем. Свет, мы за тебя уже на час опаздываем. Девушка не может изменить, она может только запутаться в своих чувствах. Я ничего сегодня не готовила. Устала так на массаже. Венцеслав! А потом я хочу на дачу поехать, что думаешь? Свет! Я просто задумалась о том, что ты меня никогда не слушаешь. Точно любишь? Прям точно? А сильно? Прям сильно-сильно? А точно любишь? А любишь? Нет! Господи! Пожалуйста, сделай так, чтобы я влезла в эти джинсы. Я жирная. Да и хер с ними, в платье пойду. Да-да, спасибо, спасибо большое, спасибо. Ой, у меня вторая линия. Алло, алло, да, спасибо большое, спасибо большое. Ой, мне опять тут звонит, спасибо, спасибо. О, смс-ка. Поздравляем вас с днем рождения. Пятерочка. Спасибо. Ага. Сегодня мы идем в ресторан. Сука, люблю тебя. Свет, ну там скоро! Чем орят, уже картошку почистил! Сколько подарков! Это все мое! Нюхай! Купи себе все, что хочешь. Спасибо. Светик, сегодня ты стала еще прекрасней. А наша любовь стала на один год прочнее. Да, Светуль, постарел ты, мать. Все, ребят, пока. Счастливо. Светик, ты устала?
Ни о чем не волнуйся, иди отдыхай. Сорян, писуль. Опоздал. Маршрутчик, падла, на остановке не остановил. Извини за опоздание. Очень долго искал место на парковке для моего Бентли. Ебать ты четко. Да я нормальный, не с***. Твои глаза словно две капли росы. Ну тогда меня из технаря и поперли. Теперь у дядюши на монтажке работаю. Я как Билл Гейтс. Бросил учебу ради бизнеса. Хочешь, шавух тебе куплю? Приглашаю тебя в грузинский ресторан. Короче, завтра едем к деду на дачу. Яму под сортир копать. Завтра мы посетим нашу загородную усадьбу. Скучно сидим. Дай хоть музыку нормальную рублю. Мадемуазель, позвольте пригласить вас. Добрый вечер, я Света, девушка Ильи. Добрый вечер, я Света, проститутка. У вас очень уютная квартира. А, норм хата. Отожму. Я сейчас пишу кандидатскую, времени на работу совсем нет. Работать не хочу, высасываю бабки из этого оленя. Ольга Николаевна, все очень вкусно. Хавчик, Илюш, передай, пожалуйста, салфетку. Слышь, чмо, метнись кабанчиком, я тут обсявкалась. А где у тебя тут сральник? А мы со Светой решили перейти на правильное питание. Мам, спасай, она хочет меня заморить голодом. Спасибо большое, все было очень вкусно. До свидания. А это не больно? А это недолго? А это недорого? Вообще, у меня болит вот здесь вот, но иногда кажется, что дает вот сюда. А иногда кажется, что болит не вот здесь, а вообще где-то в коленке. Но я не уверена. Платье. Ну как, теперь не болит? Я тебе ничего не скажу. У вас кариозная полость на медиальной поверхности 47-го зуба. Ее нужно раскрыть и провести эндодонтию данного зуба с удалением нервов. Что ты несешь? Стоимость лечения 28 тысяч. А, вы знаете, не так уж у меня и болит, вот прям. Ну, мам, я боюсь, я не пойду к врачу. Ой, да вообще не страшно, я даже не заметила, как все. Вот, и мы пришли на пару, а у нас пару, кажется, перенесли вообще в другой кабинет. Нас должна... Вот, я пришла на пару, а у нас пару перенесли вообще в другой кабинет. Бабушка заболела. Мне срочно нужно уходить. Извини, бабушка заболела. Привет. Но я блогер. Я буду только вот этот салат. Внимание, владелец красного Лексуса. Просьба срочно перепарковать ваш автомобиль. Мужчина, подождите. Значит, мне стейк. Двойную порцию креветок, десерт, тортик какой-нибудь такой побольше. Так, ну я заказывал только воду, поэтому с меня 100 рублей. А с тебя получается 3800. Ну, я пойду, наверное. Короче, я решила порадовать своего парня и приготовить праздничный ужин. Сначала надо решить, что готовить. Парень хочет стейк, я хочу суши, умею только пельмени. Загуглила простой рецепт домашнего блюда. Загуглила танжерин, загуглила карамболь, загуглила галангал. Нахер этот рецепт. Наткнулась на кулинарную передачу по телевизору. То, что нужно. Возьмите говяжью вырезку. Достал из морозилки какое-то мясо. Пойдет. Зачистите говядину от пленки. Почти весь пакет отковыряла. Нарежьте мясо на стейке поперек волокон толщиной 2-3 сантиметра. Не нашла у мяса волокна. На сильном огне разогрейте сковородку и выложите мясо. Загадила маслом все платье. Стала выбирать другое. Прошел час, прошло два. Вспомнила про мясо. Выкинула мясо. Свет, а что у нас на ужин? Короче, я решила приготовить праздничный ужин.